Понадобилось мне, короче, завтра на в город выехать. И вот заходим на сайт Мусру и начинаем какой-то пропуск оформлять. Разовая поездка в иных целях. Тут всякие мои данные. А вот далее идет интересное самое. Маршрут следования даже нужно ввести. Ну и выдается срок действия карты. Пропуск, точнее. Ну, посмотрим. Он привязывается к вот такой вот карточке. Ну, либо к... Это если сам передвигаешься транспортом. Я думаю, поеду на транспорте. Либо к номеру машины можно привязать, чтобы камеры не штрафовали. Но маршрут передвижения, это, конечно, капец. Это прямо слежка, слежка, слежка. И еще тут нужен, кстати, где-то социальная карта. Вот как ни странно, нужен серийный номер социальной карты. Это круто, конечно.